сошли с бурановского следа. Ну, сейчас будем даже расформировать ее. Шапка на бикрень. Вот, обалдеть! Такого бабосик. Монстра. А хвостатый? Да как это небольшой, смотри. Налимчиков пожрать. Красивая. Такой красавчик. Вот это она. Быстрей, быстрей! Какая пасть! Вот это она вчера. Супер! Привет всем друзьям, любителям рыбалки, таежных путешествий и охотникам. Наступила весна, точнее уже закончился март. Завтра 1 апреля. Вот, и мы мчимся в тайгу на рыбалку. Хотим еще успеть порыбачить на по снежку, на жерлицу. Глядишь, еще успеем. Зима, ось, весна затяжная, поэтому должно быть все нормально. Вот, погодка прекрасная. Сейчас нас ждет барханы. Путешествие такое не из приятных ощущений. После ураганов так надуло. Вот, ну, в общем, наши друзья тут разочек прокатили нам дорогу, накатали, поэтому нам сейчас чуть-чуть легче будет. Вот, в общем, мы загрузили полностью волокушу для путешествия недельной тайги и отдыха. И вперед. Так, вы готовы к рыбалке? Да. К очередным приключениям, к очередным трофеям и к хорошим уловам. Вот. Ну, неважно, улов, главное, одна, но красивая. Все, мы вперед, погнали. Дорога нас ждет дальняя. Сошли с бурановского следа. Сейчас будем отцеплять волокушу. Надо было газануть. Ну, а что ты, не газовал. Сейчас будем... волокушу каким-то образом ее сюда выпихать. Вот, по этому пропихивать. Ты главное выедь, все остальное ерунда. Ну да. Ладно. Вот, вот у нас, в общем, немножко ЧП. Первый раз, блин, за все время кидануло, блин. Так, открутили. Так, сейчас я, наверное, буду обтаптывать лыжню. Под лыжню он так не сильно сел. Вот, сейчас, если что, будем доставать. Будем доставать лопату. Так, сейчас пока вытаскиваем. Волокушу. Ну, сейчас будем даже расформировать ее. Так, что делаем? Ставим. Ну, мы, конечно, это делаем вдвоем. Мы уже с Вальдемаром хорошо вытащили. Обтоптать в первую очередь. Так, потом мы выгребли все из-под морды. И чуть-чуть с пеньков выбрали морду. Ну, сейчас. Так, вот сюда иди. Я туда буду лететь. Ага. Так, сейчас. Речка тоже забирай. Речи тоже иди сюда. Так, ну что, я в сугроб снега, конечно. Вот. Речи, сюда ко мне. Сюда. Вот так. Ловкость рук, никакого мошенства. Теперь вытолкать тяжеленную волокушу. Но мы сейчас, наверное, задом сдадим и попробуем там каким-то макаром зацепиться. Ура! Вальдемар тут движется задним ходом. Спрятался в сосеночках. Ладно, я так понимаю, что мы, наверное, будем тащить ее вручную, эту волокушу. Да, получилось так, что, видите, там выемка, потеряли скорость и, соответственно, кидануло на низких скоростях. Все, мы пошли доставать теперь волокушу. Но будем поступательными движениями взад-вперед, ну, чтобы ее, конечно, не разбирать, полчаса неохота терять. Смотрите, сколько снега, вот буранка. Вот, вообще по пояс. Там еще, если постараться, там еще провалиться можно. А ну, вылези, теперь прыгни туда. Куда? Ну, вот на буранку вылези. Вот, и прыгни в пустой снег. Ровно.
Вот туда, в пустоту прыгни. О. Вот пятую точку. Да, отлично. Снега еще очень дофига. А так это только начало пути. А мы только 10 минут проехали. Фу, уже застряли. Пошли. Давайте. Так, короче, решили тут что? Чтобы нашу волокушу не вытаскивать, не разбирать, а вспомнили, что у нас есть веревка, что мы путние снегоходчики. Вот, и не зря на целую неделю заезжаем. Вот, да. В общем, мы сейчас дышло привяжем к креплению и выволочим вот этот наш скарб. Ну, тут килограммов 150 точно есть. Ну, мы же... Тут еда, палатка, живцы. Одни живцы, блин, 50 килограмм вместе с водой, как бы не 70. Там полное это, полный бачок. Ну, в общем, развлекаемся. Время, конечно, 6 часов. Надо бы поторопиться, потому что сегодня хотим не только палатку разложить, но еще кое-что выставить, чтобы уже завтра начать клев. Разбежали с работы. Вот, ну... Ты чё так бегаешь-то? А? Ты главное веревку не порви. Чё ты думаешь так? Я думаю, надо было. Ну ладно. Короче, хозяин, тут как хочешь, так и вяжи, да? Да. Лишь бы помогло. Вот сейчас и посмотрим. Хотели тут здоровье себе заработать, свежим воздухом подышать. Вот поэтому и говорят. Приехали и там дышите сколько хотите. Еще бы, если я знал бы, как узлы вяжутся, вот зря я Иваныча не рассмотрел. Сейчас вот сидит, думает. Да, по-любому тут завяжи, да и все, сейчас. Главное, чтобы веревка выдержала. Ну все. Давай, я тут, ребята, как всегда... В этой снегу по пояс. Ладно, я вам тут буду так действовать. Направить надо. Ой, направить. Да, она так сама за тобой поедет. Ух, как классно. Ой, хорошо, что мы русские. И у нас так соображалка работает. Правильно? Задорнов говорит. Тыковку почесали. Соображалка заработала. Ну все, ура, погнали дальше. Завершающее приготовление. Ричи уже тут нагавкался, да? Ричи, хорошо, хоть не 30 градусов мороза, да? Родители выехали твои. Ой, скажи, хорошо. Друг наш провалился вылазь, в сугроб. Вылазь. И не может выбраться. Ой, ты, боже мой. Выкарабкался. Тоже застрял, оказывается. Тоже застрял. Блин. Ладно. Видать, нас ждут хорошие трофеи. Да. Ты такая чумая. Да. Ну, шапка на бикрень. Румяная. Да, ну, солнце. Вот. Поехали, а то скоро солнце, да, садится. Давай. Вот и утро наступило. Проснулись мы, а тут снега выпало сантиметров 20. Обалдеть. Вот это да. Все припорошено. Все усыпано. Мы уж думали, тут весна на улице. Оказывается, зима начинается. Красота она, конечно, такая. Озеро в убранстве. Ветер южный дует, все пеньки нам тут поприсыпал. Зайчиков держишь? Какое девственное озеро стало. Убрались все человеческие присутствия. Только вот мы первые. Как и в прошлом году. 1 апреля.
сказка. И только один след. Новые жерлицы, новое бурение, красота. Все преобразилось, все стало настолько красивым, чистым. А снег какой! Сегодня за ночь накидала пухлячка такого. Он же прям вот, как будто в ноябре. Нежно-нежно. Но выпало его, я вам скажу. О, сантиметров, наверное, 20 его выпало. И солнышко такое. Как же он красив. А, красота. Утро. 6:35, наверное. Занимаемся установкой жерлиц. Пробурили на старых местах. В округе никого. Стучали. Как начало зимы. Да. Из рыбы у нас один живец, который тоже едва доехал, почти замерз. Да, есть такое дело. Мы сами не ожидали, что будет мороз. И столько снега выпало. Да, просто. Это к тому, что было даже по колено, да? 20 сантиметров. Так, ну я лунку прочистила. Сейчас покажем, как мы делаем. Свои жерличечки. Так. Ой. Флажочек отгибаем. Глубину заряжаем. Глубина сколько метра? 2,5? Сейчас узнаем. Раз. Ну да, приличненько так. 2,5 метра. Так, покажи, как живцан насаживаешь. Так. Что? Да, он был прям счастлив. Покажи, как. Берем жинчика. Ага. Главное не поранить позвоночник. И опускаем его. На кислород. Приманивать на линчик. Ой, смотрите, там вон снежная буря. Он прям белым. Да, вот там кружит. Ага. Ну что, мы вы... Приехали после бурана. Привет, друзья. Приехали мы на озеро. И что мы обнаружили? С учетом того, что здесь тоже снег, буран был такой, что елки-палки. Вот, 20 сантиметров снега насыпало. Вот. Из жерлиц, которых мы вчера вечером выставляли, видно только 2 флажка. Вот один подняло, то ли вырвало его. Сейчас вот мы узнаем. Узнаем. Красота. Красота. Значит, будем надеяться, что что-то мы тут поймали. И там еще один. А остальные придется искать. Где чего мы закопались. Какой ночью снег. Такая щукенция. Можно ее сразу завести. Не хочешь? Завела? Эти бозысты мой. А напугала ты меня такая. Я же думал, тут щукенция. А тут вот. Ну так сидела тут. Покажи, с ночью, да, уже надорвала себе. Еще чуть-чуть бы, и вот ушла. А еле просто сидела. Да. Ну вот что, так с первым почином. Сегодня первая щивочка. Ура! Со вчерашнего дня. Ну да. Ура! Ура! Ты ж моя хорошая. Стоит бедолага. Колыхается. Интересно, кто тут, кто тут? Сейчас Вальдемар прибежит. Рыбалка очень трудовая. Вон как бурлаки бежим. Ходим, жерлицы ищем. Хорошо, хоть флажок стоит. Вот тут этот мы вообще бы не нашли. Ну да. Пока снег не сел бы.
Снаб. Здравствуй. Флажок. Флажок. Ёшкин Коля. Как размотало. А, это. Круглая. Так это, прикинь, она еще и круглая. И так вот высоко ее задрала. Эту я оставил. Размотка полная. Ну что, друзья? В магазин успел сходить? Да. Что? Скупал. Перерезал. Пока тут бегал по всему озеру, Аня говорит, иди тяни, помоги. Не справляюсь. Помогаю. Идет так плавно. Ух ты. Да и только рыбацкая сила волшебная. Устали вообще ходить, бродить. Флажочек такой, еще со вчерашнего дня. Давай, не кулежи. Уржит, а у нас флажок. Ты ж бог ты мой, флажочек стал. Загорелся. Загорелся. На новом кордоне. Опа, есть. Ой, я так думал, что это крокодил какой-то, а тут маленький несчастье. Такой. Несчастье. Это крючок маленький, сейчас попробуем вытащить. Давай, чтобы отпустить. Да. Анечке на очередь проверять. Ну, мне доверь. Да. Это что-то мне какая-то мелочь попадается. Решили. О, слушай, полная размотка. Да еще на такой жестко, убери личко. А, вот и все, фигня. Фигня? Нет, ничего нету, да. Ну, главное, что размотка была. Ничего нету, Рича, проверяй качество. О, все сожрали, почти все сожрали. Отлично. Был обед. Ну вот, не успели, хотели отдохнуть, прилечь. А тут жерлица сработала. Счастье привалило. Ну ладно, смотрим. О! Есть? Есть. И слушай, наверное, ну налим. И слушай, мне, наверное, щука. Потому что идет так. Налимчик. Чуть-чуть крупнее. На ход попали, да. На ход попали, точно. Потому что те две молчат. Да. Ну вот. С налимом. С налимом. С налимом у нас. Рыбачим. Вечерняя проверка. О, Аннушки! Ух ты! Вальдемар. Говорит, трофей. Да не знаю, вот, сейчас буду вычищать. Ну, поклевка, как всегда, не раздражай соседа, да? Ага.
Вот, сейчас. Он заключительный живец остался. У рыбы ход появился. В принципе, вот сколько тут 7 штук стоит. 5 съедено. 5 съедено? 5 съедено, да. Ничего так, себе. Я 5 вот живцов брала. Изголодалась прям. Но вот это вот поклевочное. Сейчас узнаем. О, да. Надо было не убирать. Ой, такой маленький. Ага. Лохотулик. Ну, покрупнее, чем был. Посмотрим, что будет ночью. Ну да. Отлично. Давай, доставай инструмент. Что-то тут Анечка решила на предпоследней жерлице что-то поднять. Ага. Вообще прошли, все съедено. Все это, так что... Неужели с рыбой будем? Да. С ночи надо. Ой, ты-то какой! Ой, хорошенький. Ну, сейчас это нынче хорошенький, да. Нынче это хороший. Да, трофей будет редкость. Ну, давай. Сегодня жарить будем. Будем. Свежачок. Ничего себе. Смотри, смотри, смотри. Хватай, хватай. Сваливай, Таня, хватай. Подтекай. Подтекай, подтекай, подтекай. Подтекай быстрее. Обалдеть! Вот он тебе и бежит. Вот это крокодил побольше. В сторонку его отодвинь, а то за твоей одеждой не видно. Обалдеть. Ботинок 43. Возьми его в руку. Не, вот, 43 размер. Видите? Вот это да, это да, да покрупнее. Ну такой... вчера, наверное, такого выпалочка. Вот так балбочка. Анечка его взяла только за голову. Руки-то хватило только на одну голову. Аня, говори. Да, ой, вот это барбочка. Покрупнее, да? Да. Ага. Ну, слушай, наверное, до килограмма хоть дотянет, нет? Да, ну, этот точно дотянет. То там было 970 грамм. Ну, привет, шикарный, мамулька. Шикарный, шикарный. Вот это окунь. Крокодил. Крокодил. О. Да, такой. Такого. Балбосик. Монстра. Удовольствие половить. О, смотри. Анушка допроверяет свою жерлицу. И, по-моему, у нас скрытая сработка. Сейчас. Приморозился? Ну, он, видать, видишь, оторвало его. Его оторвало, когда он хотел. Но он, видать, прилип и не до конца встал. Поэтому твоя задача посмотреть, что же там. Вдруг что-то будет? Угу. Он прилип, по-моему. Ну да. Так бы он стоял бы. Покушал живца. Покушали, на обед сходили, на завтрак. Да, флажок подняли и все. Аня, быстрее! Тут, блин, такой... Тут крокодильчик. Окунь или щука? Я просто... Опять? Льдинку пробил, да. А мне жерлицу обратно тянет. О, да, слушай. Ага. Прям такой хорошенький. Хорошенький. Поэтому... Щук? Кто его знает? Да. Аккуратно. Так, все скрестили пальцы вот так. Давай, давай. Давай. Смотрим. Налим. Налим? Да, да ты чё? Ага. Ух ты. Давай, кусай меня. Давай уже кусай. А вдруг это щук? Нет. Ю, хороший налим. О, а, какой красавчик. О, вот давненько. Это. Ай-яй-яй, давненько мы не видели таких. Стой. Стой, зверюга, стой! Стой, да. Я тебя держу за пасть.
О, это, а вот это на... Это на лимище. Ай, болит! Только не бить! Не бить! Ой, меня здесь нашли, на этом озере. Ох, какой тигровый окрас. Ты что, держать рыбу не умеешь? Все, теперь палец закусил. И очки уехали. Какая окраска. Красивая. Ух ты, он особенный. Особенный. Видишь, как он грызет меня. И у меня очки, знаешь, вообще не пойми где. Блин, ребята, вот это рыба. О. Этот налим какой-то особенный. У него очень удивленный взгляд. Глаза на выкате. Те, которые мы ловили на другом озере, у тех глаза впавшие, взгляд злой. А этот прям такое удивление у него. Люди, вы кто? Блин, какой он красивый. Шикарный налим. Да. Такой красавчик. Флажок мотает. Давай, Анечка, шустрее. Вон, мотает. Смотри, она сваливает. Подожди. Подожди. Еще чуть-чуть, сейчас она. О, мотает. Бежит, да? Чтобы живца стали? Или приличного такого? Я не знаю, Анечка. Мне кажется. Вот это мне интересно. Кому не интересно? Это мы здесь налима вытащили. Ты уже хрыч-хрыч-гич. Перевернула она живца. Обед свой. Кто его знает. Сейчас будет мотать еще. Ну, уже можно. Но леска-то не натянута. Не натянуто. Нам и не надо, она может кушерю тащить. Ну, может и налим. Ну, пробуй подсекай. Ну что, упустим, да? Да. Буду лошара. Будешь лошарой. Так, ну все, раз, два, три. Ладно, я не буду это проносить слово. Надо было, да, когда она мотала. Ну, видишь, тоже возьмешь, когда она мотает. Все по-разному. Оно обед ей вырвешь из пасти. Ага. Смотря кто мот. Кто тащил? Огонь тащил? Налим или щука? Вон, с кушери утащила. Ну, хорошая добыча. Листик вообще прошлогодний. Да. Нормально. Ну что ж, друзья, картина у нас такая. Маслом. Целый день нас тут не было. Мы были на покатушках в другом озере. Рыбачили, вернулись. А тут смотрю. Один флажок, второй, вдалеке третий. Все проехался, посмотрел, везде полная размотка. Сейчас будем с вами проверять, рыбачить. Щучку. Ну, а я буду сейчас смотреть, что поймали, чего не поймали. Ну, пробуем. О, тут лед. Так, это первое. Просто растащило ее. Даже живец на месте. Вот такие дела. Так, ладно. С первой дела понятны. Опускаем живца обратно. Я уже было хотел ехать Анечку звать. Типа, ты что, там столько флажков. Так, идем дальше. Так, берем жерлицу. Идем дальше проверять, что у нас тут. Здесь тоже полная размотка. Сейчас посмотрим, что на этой жерлице. Ух, красота!
этой. Так, такая же ерунда. Размотала полностью и никого. Это кто-то тут хулиганил. Ты глянь, сколько это веревки. Да, елки-палки. Вау, ты. Да, это одиночный крючок. И его сняло. Вот. Я думал, хоть здесь нас порадует рыба. Она и тут два флажка в ноль. Ну ладно. Так, а где грузик-то? Ага. Грузик вот он. Вперед, 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 вперед. Так, это заматываем. Печально. Печально. Что-то сегодня вроде бы 1 апреля. Это, наверное, в честь 1 апреля. Такие поклевки. Оказывается, не поклевки они. Ну, просто обманка. А я уже действительно хотел за Анечкой ехать. Да что такое? Думаю, Анюта, ты чё там? Столько поклевок. Все жерлицы стоят. Идем. Теперь спокойно проверяем. Это будет через две жерлицы. Проверяем эти. Третья жерлица. И сейчас мы посмотрим, что у нас тут. Неужели на третьей тоже пустота будет? Легкий ледок. Ух ты, тут даже кусок льда прилип. О, а здесь есть. А здесь есть. Идет. Налимчик. Ха-ха. Хороший такой. Налимчик, вот. Анечка будет рада. Ух ты. Скользкие такие. Переехали на другое место. Здесь у нас тоже одна жерлица стоит. Здесь был когда-то пойман большой, огромный налим. Теперь посмотрим, что нам досталось. Может вообще? Ух ты. Хорошо идет. Хорошо идет, прям так, не давая ему хвостом вылезти. Ну, приличный, приличный экземпляр, приличненький. Ух ты, вот такой вот красавчик. Отлично, отлично, хорошо. Фух. Чуть покрупнее. Ладно. Вперед. Так. Приготовим сегодня еще и корочки. Щучьи. Это у нас Анечка сегодня поймала очередную трофейную щучку. Так, мешочек мы раскрываем. Пока я там где-то бегал, жерцов менял, у нее сработала жерлица, и она вытащила очередной свой трофей. Поэтому сейчас-то все засолим, пакетом накроем. Тут у нас получилась чистая корочка. Так, солим приблизительно на глаз. И потом все это также перемешиваем.
чтобы просто быстренько пропиталась солью. Ну, такая получилась у нас миска икры. Сейчас ей надо просолиться. Рабочие будни начались. Бежим, торопимся. Он мотал и остановился. Да ты что? Ты уже тут все отбил? Ну, отбил, да, очисти. Ладно. Это хорошо, что ты его напугал. Я его напугал. Сегодня ночью был мороз. -27. Мы спалили все в палатке, все, что можно. Вообще. Все дрова ты имела в виду? Да, ну, в смысле, да. Пока что не знаю точно. А, это не вот это мотало? Ну, может быть, и вот это. Сейчас узнаю, что у тебя мотало. 3 сантиметра, наверное, да, наморозило? Ну да. Лед такой серьезный. Да, он плотный. Мне кажется, это она и мотала тебе. Думаешь? Да. Это у тебя кусок льда мотал. Так хорошо? Да. С каких пор стал? Ну, засосанный весь. Жильчики наши нынче в другой поклаже. Флажок стоит, но не факт, что тут кто-то есть. Мог просто окунь растащить, что наверняка. Но наледь здесь вон как шурует. Она прям здесь совсем все по-другому отходит. Лед отошел от наледи, уже можно между наледью и пальцами, ой, и льдом руку засовывать. Конечно, кто бы тут был. Вот. Здесь поставлю маленького, вот такого, веселенького, озорного. Здесь надо ставить окуня. Эту жерлицу тоже надо ставили на окунечка, поэтому посмотрим, что у нас в этой луночке. Размотана полностью, флажок горит, едва заметили. Он такой неприметный. Будем надеяться, что может здесь за ночь что-то будет. Сидит что-то. Сидит. Ага. Даже боюсь подсекать, что-то сидит. Сейчас я. Тут льдины такие. Вон такие. Вот они подсекут ее. А, они могут. Они могут быть это самое. Поклевкой. А, да, они могут быть и поклевкой сейчас, в данный момент. Сейчас узнаем. Не. Опа. Ну порадуй. Ага. Ух ты. Так, давай. Идет. Без ухты. Ё-моё. Заводи ровненько, чтобы не порезала леску. Тут у меня вчера порезала леску. Ё-моё. Ой-ой-ой, как страшно. Ой-ой-ой, уходит. Главное, знаешь, что за... Вот это она не вчера. Она вчера была. Поближе чуть-чуть. Да не лунку. Ох ты! Вот это она. Быстрей, быстрей!
Вот это она вчера. Бесконечно. Ребята, с починчиком нас. Так, подальше от лунки. Это да. Какой гигант. Это она. Смотрите, какая у нее. Ух, как она взялась-то. Да едва. Красавица. Едва. Привет. Да я покажу, что едва он берется. Вот. Вот, видите, прям едва-едва берется за усик. Такая. Она вчера мне леску перекусила. Посмотрим, если сегодня найдем крючок в ней, значит, это вчерашняя красотка. Красавица. Ура! Ура! Ну, хоть утро как-то началось. Ух ты! Подальше от лунки. Подальше от лунки. Подальше, конечно. Сработал флажок. Хозяин флажка бежит во весь дух, во весь опор. Ну, будем надеяться, что тут кто-то что-то. Давай, дуй! Рыба не ждет. Тут, по-моему, окуня поставили. Прибежал. Что, он размотал? Не знаю. Тебя ждали. Показывай. Чего бежал-то? Не размотан пока. Окунь был. Тут крупные жильцы. Уже замерзло, что ли? Он мог убегать, если крупный. Что, есть? Нет? Ну, мог и окунь. Всем вечер добрый, рыбаки, охотники и охотники за удачей. Приехали мы на ночную проверочку с Анютой. Так спалось в палатке, вообще не поверить. Это было сказочно. Вот, лицо просто все горело, сгорело от солнца сегодня. Прям до сих пор щипит, не помогает ничего. Вот, закат великолепный. Думаю, надо съездить проверить. Они говорят, да не надо, не надо. Ну вот, приехали, флажок стоит. Не знаем, что, вроде бы натянуто. Но там так как натянуто, так и расслаблено. Чуть-чуть сейчас его пробьем. Глянем, может быть окунь, а может быть кто-то еще. А может быть кто-то еще. И никого. И никого. Вот он. Кто? Сидел в кустях. Там доедал. В столовую увез. И скушал его там. Ну ладно. Молодец, хоть скушал, а не оторвал его совсем. Что тут у вас? Проблемы. Проблемы. Так, сейчас мы эти проблемы решим. Оп. Что-то сидит. Сидит? Сидит. Дождалось. Замотала. Так я шла, на леску дергала, потом почему-то отпустила. Окунь, наверное. Ух ты. Нет, это не окунь. Это не окунь. Это щука, хорошая щука. Ух должна ты. Сидеть. О-хо. О. Давай ее. Ой-ой-ой. Держи, держи ее. Подпасть. Ох, какая. Ох, какая. Красоточка. За жабренные зубки попался. Жабренные зубки, да. Там такие, ого-го. Зубки? Вот такие. Ну вот, вечерня. Вечерний выход. А ты ее прозевал? Что, не видал флажок? Нет, нет, не видел его. Угу. Значит, вот вышла вечерком погулять. Ну, а тут мы приехали проверить жерлицы. Приятность. А, хороша. А. Кому-то чистить придется. Придется. Ну, слушай, не знаю, как вчера, но сегодня, ну, мне кажется, еще больше мороз. А? Покоцало мне там жаберными своими. Я поэтому в перчатке, вторая перчатка бледнющая вся. Все, поехали домой, поехали, тогда. Поехали. Вообще мороз гнет, да? Вечерние будни рыболова.
сильный мороз, а на дворе весна. Я стала пробивать, и там, по-моему, кто-то есть. Ну, кто-то это Налим. Сейчас Вальдемар допробьет лунку. Посмотрим. А пешню-то что не схватил? Кто-то есть? А пешню-то что не взял? Рыба поймана, а? Пешню что не взял? А я думал, что ты тут уже пробила. Ну там чуть-чуть лопаткой. Этого мало, рыба не пройдет. Не пройдет. Пришел рыбак, рыбачить. Я тут проверяла живца, поднимаю. А там что-то... Слишком большой живец. Да, такое не исключено. Да, ну смотри, вся подмерзла. Угу. Обмерзла. Это ж мы в обед ходили. Что там, протолкнули серединку. Так она сейчас вообще схватит сантиметров 5, наверное, за ночь, если правда. Что такое? Да что ты что? Щи! Щи тяжеленные. Так, ты давай. Слабину не давай. Вот это. Рыбы-то нету. Рыбы-то нету. Ё-моё. Чё? Ах ты, бог ж ты. Ух ты, вот ты. Ё-моё. Вот это торнадо. Ух ты. Вот это торнадо. Здоровый такой. Давненько таких не было. Здоровый-то такой торнадо. Вау. Вот это да. Классно. Вечерний такой. Ё-моё. Да, класс. Вот ночной торнадо. Проверочка. Еще одна жерличка стоит. Надо ее посмотреть. Размотана полностью. Ну что-то такое, совсем легенькое, пока совсем такое непредвзятое. Непредвзятое. Вот такой шустрый налимчик ночной, ну, вечерний, можно сказать. Привет, Налим, мы тебя ждали. И тут давно у нас. Вот у нас будет чем сегодня поужинать. Да, Анечка? Ага. Вот тут узел завязался, надо тебе развязать его. Ладно. Все. И поклевка жирличная. Первый флажок утром. Так что хороший знак. Глядишь, чего-нибудь поймаем. Ух ты ж, ничего себе! А лед-то толщиной. Сегодня было сколько, наверное? Градусов 17-20. Да больше. 17 писал в городе. А здесь-то, наверное, все. Ух ты, ничего себе. Мы так устанем каждый. Размотал не сильно. Поэтому не факт. Ага, есть. Есть? Да, дергает. Дергает. Сейчас мы достанем. Хочешь посмотреть, как дергает? Ну. Уже устал. Леску подергает. Пытается сбежать. Да, ну катушка эта для него жестковатая. Ну ладно, не будем давать ему шанса убежать. Вперед. Опа. Такой незначительно большой. Ну, ничего такой. Но все равно для первого
Для первого знак хороший. Понятно. Перевелись большие? Наверное, перевелись. Привет, печенка. Да. Что, проверить надо, да? Прочистить. Не понял. А что за жрец такой? Ух ты. Хороший жрец, плескается. Ничего себе жрец. Вырос. Танцы. Ой, какой танцующий. Алинчик, ну что ты? Что, может, его можно отпустить или навряд ли заглотил? О, не, глубоко. Да, ну ладно, на сковородку тогда. Глубоко. Тогда на сковородку. Сейчас. Поймались. Ну что, начали проверять. А он что, в лунку не лезет? Вот, да. Ничего себе! Я вчера тут, между прочим, окуня поставила. Хвостом, конечно, да, Юрий. Хороший такой. Хорошо, я тебе помогла? Да. Хорошо. Такой. Да, красавчик. Возьмешь меня в помощницы? Возьму. Хорошо, такой возьму в помощницу, которая будет показывать, где рыба сидит. Отличненько. Какой кровожадный налим. Начали вытаскивать крючок. Вот это наш окунь. Ага. А тут, видать, ел, уже вон пожамкал. Еще один он прямо и. Ага. Он уже даже он начал чуть-чуть разлагать. И второй наш с хвостом. Да. Круто. Наш, ага. Вот это он. Обжора. Налимчиков пожрать. Еще начался. Снег метет, несет прям. Палатка бедная. Ее прям аж задувает. Вау. Лес ходуном. 20 метров в секунду. Начался у нас сумасшедший ураган, ничего не видно. Вот. Приехали проверять свою рыбалку. И только поменяли живца, сразу флажок, бах! Что, тяжело идет? Ух ты какой! Вот это крокодил! Это больше наш! Погода у нас просто, друзья, сладкая, сладкая. Вообще ничего не видно, куда нам ехать обратно, вообще непонятно. Снега еще больше. Если что, переждем. Подержи, покажи окуня. Елки-палки. Вот это ты трофея. Еще больше достал. Мы даже тебе эти. Но мне не показали. Обалдеть. Ну шикарный. Что? Злой окунь. Пойдет. Друзья, обратите внимание, вот этого большого Анечка только что вытащила на жерлицу, а вот этого я вытащил на удочку. Чувствуете разницу? Это оба окуни. Ну-ка, друзья, порт. Вообще прилетело, это такая бурга. Вау, ничего не видно. Того берега уже едва-едва. То есть, а чуть дальше вообще в сторону вообще. Сейчас еще чуть-чуть, снегоход тоже не будет видно. Вот это да, класс. Смотрите, дела-то какие чудные творятся. Вот валяется. Сейчас будем смотреть, что тут. Да, в такую пургу.
есть, да? Слава Богу. Слава рыбакам. Слава рыбакам. Несчастье. Боже мой. Ну, хорошее несчастье. Ничего не видно. Просто. Друзья, доброе утро. Сегодня 4 апреля. Утро после бурана. После такой вьюги, как будто бы ничего вчера не было ужасного. Вот у нас плюсовая температура. Резко континентальный климат. Приехали утром на работу рыбацкую. Давайте, вот первая радость. Первая радость, первая ты разлила радость, всех, да, живцов. Ага. Молодец. Иванечки, очередной поклевка. Бежим, бежим, бежим. Проверяю. Вот, зачерпываю. А там сидит. И прям хорошо сидит. После бурана сидит хорошо. Сейчас посмотрим. Идите хвостом, хвостом. О, я прям вижу. Хорошо. Стой, стой, стой. Стой, 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 дружочек. Сейчас я тебя возьму. Ах ты ж бог ты мой! Вот это налим! Отличный красавчик! Поздравляю вас, у вас отличная рука! Прям да! Привет печенкам! Это точно! Погнали дальше, нас еще ждут! Бежим, бежим, бежим! Флажок, флажок! Горит флажок! Флажок лежит! Лежит даже от ветра! Даже и не подсекать. Пробивайте луночку пишней. Она вчера подзастыла по краям. Сегодня мы без перчаток. На улице точно плюсовая температура. В натяжечку. В натяжку нитка. Ох, мы еще сегодня щук половим. Ой. Надеемся. Вчера опять налимов жарили пузики. Ой. Вообще вкусно. Я походу налит. Ну ладно, он выйдет. Там мононит не перерубить. И нас в ожидании ждет, ждет хорошая рыба. Хороша, да. Хорошо должно быть. Напряжно идет? Рыбка, да, хорошая должна быть. Ну, если, конечно, сейчас хвостом. Хвост, я не пускаю его хвостом. Хвост, уже все, зашел хвост. Видите, как хвостом работает, да? Давай. Зачем так наматываешь? Ванечки вообще. Да хвост там что-то. Хвост там. Может быть хвост. Ох там ты. Может быть хвост только. Он-то, блин, небольшой. Ох. А хвостатый. Да как это небольшой? Смотрите, друзья. Вот это трофей. Вот это трофей. Вот это трофей. Я поздравляю. Вообще класс. Смотри, это же... Ого-го. Налимище целый. Привет, печенка. Привет. Не супер огромный, но это огромный. Да, это классно. Это классно. Это поздравляем. После, сколько после, вкуснятины. После тех карандашей, что были вчера. Да, это столько вкуснятины. Шикарно. Да, спасибо, Иван. Примите давайте наше поздравление, Анна, да, Николаевна. Идемте дальше, нас еще ждет одна жерлица. Давай. Быстро прибежали, смотрим, у нас горит флажок, прям еле-еле успели. Ну-ка, Анечка, попробуй. Ага, и ничего. Ничего? И никого. Да. Фух, а так бежали с другого конца озера. Вот это да.
Ну что, что напутал нам жерлицу всю. Анечка пробует. Напутано, вообще делов наделано, вообще невероятно. Давай, потекай. Ой, есть? Есть. А дырку пробить? Ну, сейчас будем убить. Все делается. Точнее, лунку прочистить. Хороший сидит? Щука. Да. Ну, скорее всего, что щука. Хорошенькая. Нет. Как не хорошенькая. Хорошенькая щучка. Первая щучка еле сегодня. Еле-еле душа в теле. На одном крюке сидела. Ха-ха. Вот так. Ну что, с почином. Да. С почином. Есть. Точно. Есть. Ну-ка, трешечка, я тебе скажу. Трешка, ты да, думаешь? Смело. Утренняя проверочка, утренняя проверочка. О, даже дергает. У Дерича даже дергает катушку. Ух ты, друзья, что-то такое тяжеленное. О, какой. Это щука. Какой, держись, держись, дружище. Держись, я тебя вытащил. Как он тяжело шел. У нас еще одна жерлица. Ой, какой ты грязный весь. Побежали, второй флажок. Вторая жерлица. Вторая жерлица. И очень приятное вот это состояние. Когда горит флажок. Так, ну тут еще не дергает. Ну, но сидит. Ух ты, сидит. Сидит. Идет так. Да такой же. Да такой же. Ха! Выловил на лима еще одного. Обалдеть. Такой же красавчик. Ну вот, хоть с налимами. Щука не идет, так идет налим. Проверяем, проверяем наши жлички. Сработало прям вот буквально. Я проехался. На двух жерлицах было никого. Видать, пока проехался, вот кто-то прибежал. Ну, натяжечка такая хорошая, друзья. Прям чувствую. Хоп! Опа! Что-то такое. Ой-ой-ой! Неужели щука? Ой-ой-ой, как она идет! Щука, щука! Друзья, неужели щука? Вах ты! Щучка! Первая щучка за весь март на этом озере пришла. Красотка! Вот такая красотка! Первая щучка за весь март. А уже начало апреля. Ну вот, можно сказать, рыбы нету. Классно! Немножко другого цвета. О, хороша! Вот Анечка сейчас обрадуется. Обрадуется, обрадуется. Цепанула хорошо. Молодец. Ну вот, друзья, потихонечку рыбачим, но, к сожалению, наш сегодняшний отдых заканчивается. Мы сегодня до вечера рыбачим, завтра утром проверяем жерлицы и уезжаем. Потому что уже очень сильная весна, и здесь скоро все растает. А может быть и вернемся, кто его знает, как настроение будет у нас. Надо бы и поработать. Ну что ж, продолжаем рыбачить пока. Бегом, бегом, пока все нормально с работочкой у нас. Что это такое? Не понял. Позвала я Анечку на помощь. Она, знаешь, что? Такое ощущение, что где-то обо что-то обмотался он, да, там. Да, обмотался, и сейчас придется, наверное, долбить. Это он конкретно там какой-то зацеп. Он сидит, но там зацеп. Либо опять за пузо. Ну, мне кажется, что за какой-то чопик. Ну, это же налим. Это налим. А как что, его? Надо долбить. Да ну, ты что, там толщина такая. Да как
такая. Давай. Что, давай? У нас времени немного. В общем, решили мы своего огромного налима тоже теперь вытаскивать вот таким вот макаром. Нужно, в общем, очистить лед и потом пешней пробить. Осторожно. Вот. В общем, Анечка сейчас начинает, а мне, чувствую, заканчивает. Вот такая вот у нас на вечер прикольная штучка. Танечка, не надо было мне сюда поехать проверять. Нет, ты просто бы сказал, что надо зацепиться, мы бы кошку взяли. Не, я чувствую, что он за что-то там сам по себе зацепился. Ну, так кошку надо взять, понимаешь? Тут его как, даже хорошо, мы сейчас раздолбим. Кошку надо брать, чтобы его там что-то подцепить, понимаешь? Ух, ядрен батон. Целая история будет у нас. Ладно, продолжаем. Блин, ты сейчас уже. Бьемся. Лупим. Лунка уже хорошая, да. Но вон и поныне там не идет у нас дела. Доброе утро, друзья. Ну вот, наступил наш 6-й день отдыха. И мы сегодня собираемся домой. Смотрите, какой впереди у нас туман. Вообще не видно. Это мы подъехали к озеру. Низги. Хоть глаза выколи. Но уже речушка скрывается потихонечку. Берег как сильно обвалился. Прямо ого-го. Скоро лед отойдет. Называется рыбалка по последнему льду. Но дождемся ли мы этого последнего льда, или мы раньше уедем, это непонятно. Ну что, мы на рыбалку. Вперед проверять жерлицы. Ой, вот это утро долгожданное, наконец-таки что-то друг за другом горит в таком тумане и в такой дымке. Блин, класс. Парит снег, еще 2 дня буквально лед. Сейчас, подожди, там что-то вон кричит. Есть. Опа. Налимчик. Отлично. Этот хорошенький. Привет. Работка. Привет. Аня, да? Да. Вот она. Животина. Да. Сейчас мы. Ой, там еще один вдалеке. В тумане не видно. Ложка. Так, ну что, тебе сегодня подфартило. Вчера били лед, друзья. Есть. А сегодня вон. Ой, тяжелый. Матерь Божья. Ух ты. Вот это налимчик. Вот это красавчик. Приятно осознавать, что когда начался действительно тепло, вот. Флажок за флажком, налимчик за налимчиком. Просто великолепно, друзья. Ощущения незабываемые. На лето будем обеспечены мясом. Да, да, мы постарались приехать на последний лед, но будем надеяться, что мы его не дождемся, а уедем пораньше. Пока еще будет возможность. Да, пока можно уехать, покинуть тайгу. Да, чтобы не плыть и не это самое, не бороздить просторы. На улице туман. Жерлицы схлапываются. Действительно, это ощущение. Ну, не те, драйва, что мы были зимой, когда ты проходишь, долбишь лунку. И опять нету, пустота, и опять нету. И опять нету. Все, погнали. Природа просыпается. Вальдемар возится с жерличкой. Ох, весна. Наконец-таки дождались. Дождались весну. Стащила. Еще одна жерлица. Шикарная жерлица. Погнали. Опа!
Ёшки, вот это да! Как тяжело! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Чего ж ты, рыбак, испугался-то? Танцующий налим. Это хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Новая работка с утра или продолжение работки? Продолжение вчерашней серии спасения жерлицы. Значит, для этого у нас есть кошка. Вчера мы немножко прорубили прорубь, лунку. Сейчас мы завяжем и попробуем зацепить то, что там. О, нет, есть еще, ждет нас бедная рыба. Куда он денется? Главное, не шестеревки. Так, ты хорошо ее завязал? Да, отлично. Давай еще разок, еще один. А, ну да. Заходит. Главное, еще надо чуть-чуть ее. Блин, маловато. Потому что обратно ее не поднимет. Да. Она зацепится, все. Опа. Что? Эту и подкрути цевью еще на всякий случай. Сбоку, да. Хорошо. Веревка вот. Водолазы плохо сработали. Ага. Зацепить нацепили и зацепились за что-то. Тихо, тихо, тут, блин, веревку не перерублю. Да не перерублю это. Вот так выходим на рынок за рыбой. Привозим ее сюда. Толстый. Да, там самое главное основание прорубить. Тут мы хорошо уже майну сделали внешнюю. Били. Вот это гигант попался. Обалденный налим. На 8,729. Такая машина. Ух. Большой такой, огромный. Красивые расцветочки. Просто шикарные. Вот это да. Друзья, а как он пахнет? Водяной рыбой. Водяной змеей. Супер! Вот такая у нас погода непредсказуемая. Вчера был ураган, буран, метель, а сегодня ливень льет. Анушка, он вся мокрая. 5 минут и мокрая. Но рыбалка продолжается. Продолжается. Сейчас мы одеваем. И мы бог знает где. Но рыба не клюет. Не клюет, не хотит, прям вообще. Пробуем на удочке и так, и эдак. Ну, в общем, пытаемся. Закрываем сезон, друзья. Сезон зимней рыбалки. На дворе апрель. Сегодня какое? 7? 7 апреля сегодня. Все мокрое, под дождем идут ливни, но нас это не пугает. На позитиве. Топим печку, сушим вещи, которые промокли сегодня. Но настроение у нас непромокаемое. И идем на рыбалку. Все распалено, все распалено. Наконец-таки дождались мы такого момента, когда лунки не замерзают вообще. И что? И что? И никого. Осенняя жерлица. Апрельская жерлица. Такое. Не судьба, что ли? Наверное, окунь посмотри. Если окунь, то за хвост таскали. Вообще, вообще никого. Вообще никого. Вот так вот. Ну, мы сейчас на лимчику окунёчек. Ага, вон прилетели кормиться птички. Тут прям целая стая была. Утром. Мы будем ловить на окуня. На местного. Потому что белый живец у нас уже закончился, поэтому такого злого. Злого. Тут вся рыба злая. Да, мы опускаем на поимку крупных налимов. Ну а там кто придет, может и щука прийти. Но щуки мы не видали пока, а налимов мы видели уже на 8-то килограмм, 700 грамм.
720. Который был пойман в проруби. Нет, в майне пришлось и столько сил затратить. Заснять не успели, аккумулятор сдох. Но зато мы его вытащили и показали. Натянуто, смотри, хорошо так. Опа. Полная разматка. Здесь же я еще взял. Когда, в прошлом году? Вот. Вчера. Прям так идет. И это тоже щука. И это тоже щука. Щука, да? Да. Оставил какой живец? Белый? О, стало поперек. Давай сейчас будем разуваться. Сейчас мы. Щука хорошая. Давай, держи ее. Держу. Опять поперек. Пучок. А, кстати, да. Ага. Помочь? Сам. Сам. Закатать надо. Да. Еще глубина поперёк приличная стала. Дня льда. Ага. Поперек. Только бы не ушла. Давай я буду нырять. У меня точно получится. Испугал? Испугал. Смотря как взялась. Тихо, 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 тихо. Так, так, фух. Так. Мальчишка! А сколько шороху? Мальчишка! А сколько шороху? Я уже думал, тут... Действительно, там в лунку не лезет. Огромная. А сколько шороху создала, а? Красотка такая, светленькая. Откуда-то заплыла. Из каких-то регионов. Да, заходная наша, да. Другая. Не местная, не местная. Ты чейный парень? Парнишка приплыл к нам. Ух, какой он прыткий. Ну, жирненький. Да, он аж там перекусил, тут захватил, тут вот... Она вон получается. О. Она тут головой мотала. Да-да-да, мотал. Злился. Где-то ж у меня тут крючочек. Так что вот на этой луночке вторая щучка. Ну это хорошо. Вчера и сегодня. Здесь тоже был окунечек. И несмотря на все это, тут здесь щучку пал на этой проруби. Вот и заканчиваются наши зимние рыбалки. И к новому сезону скоро сытой воды. Да, скоро начнется весна, и уже начнутся там спиннинги. Кто с нами? Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь и обязательно колокольчик. До новых встреч! Мы поехали домой. Домой! Хватит зимней рыбалки в этом сезоне. Вперед! Апрель на носу! Прощальные горят флажки зимы 2022. Вот, ну что ж, посмотрим, что у нас тут. Попытка номер 3. Проверка жерлица на неудачность поклевки. Вот. На закрытие сезона. Закрытие сезона, да. Да. Такая же. Вон, сезон закрыт. Волокуша, да, вот так вот надо. Поклевок нет. Пора домой. Пора домой. Ну что, решила все-таки завершающий финальный флажок Анечке доверить. Что-то у меня не прет. Есть? Нет. Это кто-то шалил. Вот елки. Пошалим мы с этой Франкенбок. Ну вот, значит... Значит, пора домой, пора домой. Домой. Хватит сидеть. Надо на работу. Все, поехали домой. На работу, на работу. Ураган поднимается, и вот беленькую тоже не хочу. Ричи провалился. Ну что, выберешься? Ну, давай. Вот так. Вот так опять. Козы по самую. Вот так, скажи, вот так. Сколько снега, да, Ричка, сколько снега. Ай-яй-яй, сразу раз и провалился. Весна такая, да? Вот такая весна. Сейчас, ой, сейчас будем пробовать через реку перебраться. Вон,
Она уже распалилась. Бурановский есть след. Если будет худо, поедем другой дорогой. Приняли решение рискнуть. Посмотрим, что будет. Веревка есть. Выехали, проехали все леса, озера, реки, несмотря на то, что знали, что там люди. Вот, но все же мы через реку проехали, ничего страшного, выехали. Остается пересечь нам вот это болото, лесок, болото, лесок, и еще два болота, и еще один лесок. И будем возле машины. Весна, пока еще мерзло, утро, но после нас уже такая вот бороздка. После лыжни остается. Снег очень сильно валится. С учетом того, что волокуша у нас практически плывет. Вот. Ричик с Анечкой держатся крепко. Но профессиональный уже снегоходчик везет семью домой. Едем домой. С последней рыбалки. С последнего льда в этого сезона. Вперед, погнали. Красивая природа, но ветер сегодня опять поднялся. И будем дома. Все довольны.